что означает, что гордыня и низость идут рука об руку. Разве это не два разных ощущения? Они противоположные, но облачаются на наше эго, на наше желание получать. И тогда мы — это как в море, прилив и отлив. И так у нас. И облачаются на наше эго, и тогда мы, насколько есть у человека сила эго, мы поднимаемся в нашей гордости или падаем, и тогда падаем тоже из нашей гордости в унижение. То, что мы действительно должны сделать, это сменить ценности, чтобы мы измеряли это не относительно себя, а относительно Творца. Насколько Творец находится на моей высоте, и согласно этому, когда Творец, Царь облачается в облачение величия, я чувствую себя тоже, что я падаю, Творец тоже в моих глазах падает. И согласно этому я прилепляю себя к Творцу, то есть я горжусь тем, что Творец велик в моих глазах, горд в моих глазах, и насколько я вижу, что Творец меньше в моих глазах, это называется, что я падаю и нахожусь в низости, внизу. Это измерение слияния. Когда я поднимаюсь и опускаюсь, насколько Творец в моих глазах поднимается или опускается, и тогда я работаю над этим.